Давай, так же, ты просто офигительно стартанул на одну машину прямо сейчас и все, пошел. О, нормально, вот сейчас просто вот. Идеально, но... Не, он провтыкал. Два, погнали! Давай! BMW, блин! Какого черта? Хотя нет, стойте! Ты хочешь на трассе за 50к каких-то гоняться, тачки гробить, а? Давай уже на тачку сыграем, че ты, а? Ну, давай. Все-таки я думаю, твоя коломага не потянет мою, когда я раздуюсь. Поэтому давай, вот кто выиграет, тот в принципе заберет машину. А спонсором этой серии является проверенная мною группа по прокачке в GTA 5 онлайн. Я уже неоднократно рассказывал о ней, и многие подписчики уже купили буст. Но сейчас я смог договориться на дополнительный бонус при условии, что вы от меня. Сразу хочу сказать, что группа работает уже более 4 лет, имеет 1000 положительных отзывов и самые низкие цены. Всего за 100 рублей вы сможете купить абсолютно весь сегодняшний контент онлайна. А максимальный топовый пакет стоит 500 рублей. Таких цен вы нигде не найдете. Ссылку оставлю в описании, не забывайте забирать бонус при заказе. Всем здорова, дорогие подписчики, с вами Диман, и сегодня у нас новенькая серия реальной жизни. Хотелось бы сразу сказать за ваши лайки, за вашу активность и, конечно же, комментарии под предыдущими сериями. Вы просто офигенные подписчики, я вас очень сильно люблю, и у меня для вас маленький сюрпризик. Во-первых, я с Серегой, поздравляйся. Всем привет. И еще с нами, наконец-таки, Настя, поздравляйся. Всем привет. Да, ребята, к сожалению, Настю не выпустили из больницы, и на данный момент она находится там, но мы по телефону, в общем-то, связались, и она хочет передать вам очень теплые слова, которые говорила нам буквально пару минут назад. Говори, что ты хотела сказать нашим подписчикам. Я хотела бы передать большой привет, сказать, что я очень сильно скучаю, и я скоро вернусь. Я надеюсь, меня скоро выпишут. Да, ребята, короче, как вы видите, у нас миллион долларов ушло на таблетки для Насти, и у нас все будет как бы хорошо, и как бы я надеюсь, что скоро мы ее заберем. В общем-то, Настя, давай, отдыхай, хорошего тебе настроения там, главное, жди, мы скоро приедем. Пока. Мы тебя ждем дома. Целую и люблю. Так, ребята, ну а мы, в общем-то, продолжаем. Сегодня немножечко хотелось бы заняться с Серегой спортивной темой, немножечко подправить его тело, потому что, смотри, какой он дрыщ, да? Надо хотелось подкачаться. Бы подкачаться, да, и мы отправляемся, в общем-то, в качалочку, которая у нас есть именно в этом городе, такая вот открытая, в общем-то, бесплатная, и мы туда погнали. Первым делом тебе нужно, ну, как минимум, размяться, поэтому давай, я не знаю, либо прессак качни, либо же, я не знаю, отожмись. Что ты будешь, отжиматься? Поджимаюсь. Ну, давай. Стоечку приму. Сколько ты вообще сможешь? А ну-ка, раз, два, три, четыре, пять. Все? Подожди. Давай еще, что-то как-то вообще слабо, пять штук. Еще подходик. Раз, два, три, четыре, пять, 10. Так, а вообще ты подтягиваться раньше пробовал, нет? Ни разу, что ли, в школе не учили вас этому? В школе учили немного, пробовал. У меня где-то 5 раз. Ну, короче, смотри, учат. Сейчас я попробую что-то тут показать тебе, скажем так, встряхну стариной. Ну как-то так. Все, я понял, машины прыгают. Фу, как-то так, да. Так, что тут еще, в принципе? Давай, я не знаю, попробуем, может, гантелечку потянем, а? Не, подожди, я хочу попробовать, можете бицуху качнуть, а ну-ка. Я пока что пресс покачаю. Ну покачай пока пресс, а я попробую бицуху. Уф. Так, Серега, слушай, тут просто прекрасная штанга, я думаю, тебе можно спокойно качнуть бицуху. Короче, ребята, мы тут пока что позанимаемся, покачаемся, в общем-то, позже, короче, подключимся. Давай, пробуй, наверное, подхода на 3 сделай, по повторении 5-6. Серег, ну давай, переставай, все, хватит капризничать, потому что ты побывал только один раз на тренировке, и у тебя ничего не вырастет с первого раза. Чтобы что-то было, тебе нужно качаться постоянно, в общем-то, соблюдать режим и, короче, еду. Ладно, погнали. Погнали, наверное-таки, домой, а тоже, наверное, заждались тут. Да и Настю надо будет скоро уже забирать с больницы. И... Парни, здорово. Ваша машина? Да, что ты хотел? Ну, мы как бы уезжаем, а ты нас заблокировал. Чё, может, ты берёшь? Если Порш у тебя, так чё, все можно, что ли? Да ладно, это ваши коломаги стоят. В смысле коломаги? Ты охренел совсем, что ли?
Вот как раз таки ваша Субара, вот это Порше, вот это Колымаги, я понимаю. Да ладно, ну не может быть. По-моему, это ваша машина Колымаги, но давай не будем словесно перепалку устраивать. Если тебе машина мешает, давай я уберу. А слышишь, ты, короче, наверное, решил нас маленько оскорбить, но... Докажи, что твоя машина не Колымага, а? Чё ты словами-то бросаешься? Погнали, я не знаю, станем с тобой, посмотрим, на что ты вообще способен. Да, господи, или ты только поверить. На словах можешь? А чё за твой дружок? Я могу с ним погоняться. Ну вот, как раз таки и забились. 2-2 сделаем сейчас гоночки. Ребята, короче, Серёг, ты тут прием? Да, я здесь. Мы не втащим, я тебе говорю, мы не втащим. У него Порш там тачки. Как минимум в 2 раза мощнее, и нет, он меня точно тащит. Нет, Субару я могу вздрать, но не но знаю. Но Субару ты на Мерсе еще можешь дернуть, а вот именно я, мне кажется, вряд ли. Поэтому давай, наверное, сейчас быстренько к Бенни заедем и, может быть, что-то поставим так, под капот. Может, новый чип сейчас по-быстрому впишем. Я хз, я просто не знаю, я, блин, не хочу проигрывать. Я решил все-таки отстоять свою честь, но... Я тоже не хочу. О, на такой машине, мне кажется, я все-таки ему всру. Тихо, аккуратно, аккуратно. Ладно, ребята, мы сейчас, наверное, может, поступим неправильно, потому что парни поехали уже на аэропорт старый, мы именно там решили забиться и, короче, погоняться. Вы сами понимаете, мы хотим выиграть, поэтому немножечко смухлюем. Так, ребята, ну, в общем-то, я поставил чип на свою бэху, и я думаю, что она сейчас должна, ну, просто поехать. Также немного сменил, в общем-то, обычные фары на ксеноновые. И ты тоже уже закончил, да, Серега? Я сзади немножко спойлер такой небольшой сделал для обтекаемости. Я вижу тебя. О, обвесы новые, я смотрю, ты поставил. Нормально, да, так-то. Есть а такое. Ты вообще двигатель менял или просто чиповал его? Или вообще так оставил? Я чипанул немного. Фух, ладно, ребята, в общем-то уже они отзвонились, они нас там ждут, поэтому надо что, быстренько поехали? Выдвигаться, а то они как бы думают, что мы слились, и это будет некрасиво. Так, давай, аккуратненько сейчас выезжаем. Я думаю, ты знаешь же дорогу, да, до аэропорта? Да, я знаю, там встретимся до заброшенного. С тобой. Ну все, погнали по-быстрому, сейчас за полчасика доедем, мы, в общем-то, друзья, уже там продолжим. Так, ребята, ну мы почти подъехали к аэропорту, уже несколько раз звонили эти парни, и я думаю, что они на нас так. Очень сильно разозлились. Так, а... Че? Где они? В ангаре, нету в ангаре? Алло? Нету никого. Там никого. Ля, и чё, слились реально, что ли? А, во. Серёга. О, я вижу их. Так, ладно, хорошо, давай. Так. Ну, привет. Слушай, сори, что мы так задержались немножечко. Проблемы были. Я думал, вы уже не приедете. Да нормально, куда мы сольёмся, что ли? Подождите, я не мог Джо подождать. А где он? Подзову. Слушай, что я думаю, на интерес играть, ну, смысла нет, сам понимаешь, да, чё мы, разве будем просто так бензин полить? Давай на бабки, а, как считаешь? Соточку не жалко тебе? Да сотку много, давай 1050. 50 тысяч, думаешь? Ладно, уф, не мой Джо. Не мой Джо, он аж плохо стал, так что не, будем на 50 гонять. Ладно, хорошо. Серёга, сейчас просто, короче, не волнуйся, надуй немножечко машину, нормально. Чтобы она пошла, и я думаю, ты ее дернешь, тем более это Субарик, но сейчас она не тащит. Сейчас продрём его. В принципе. Парень, ты готов стартовать там? Шон, а? Ты тут? Не заснул уже? Шон! Всё давай, хорошо, я жду, кидай когда нам свой надует. Флайер. Мы готовы, давай, я думаю, стартовать мы можно готовы. Уже. Чё там твой не мой Джо? Смотри, Серега, как только он разгорится сейчас, стартуешь. Погнали. Погнали. Но мне кажется, ты фальстарт сделал. Или мне кажется... Нет, не было. Ну, хрен нет, знает. Не ладно, было. Посмотрим, что-то короче, посмотрим. Но, в принципе, я тебе могу сказать, что Субарик просто сзади глотает нашу пыль. Ты, главное, тут оттормози, твою чтобы... Твою налево! Тихо, аккуратно. Фок! Джон! Он чуть не улетел. Слава богу, Джон, все в порядке. Капец, я уже думал, все улетел, да. Но все равно... Ладно, так, 150 в принципе, ну, даже не знаю, сейчас, конечно, спросим у Шона, потому что, мне кажется, это был фальстарт. Там, не сбей его, главное, он там посередине где-то стоит. Вот он, аккуратно. Шон, ты тут? Шон. Да. Слышишь, мне кажется, или малый все-таки фальстарт сделал? Ну да, слишком быстро стартанули, мне кажется. Слушай, давай Серега, короче, раз. Как только разгорается, не только как он приземляется, а как только я разгорается. Все, ты неправильно, короче. Давай там стартуй опять его, своего Джона. Так. В общем-то, Серега, давай сейчас без вот этих глупостей, хорошо? Нам главное хорошо. Просто хорошую ну, победу, правильную ну, победу. Ну, Джон, без, ну, ем, встань без по обмана. Этой, по линейке. Все нормально? Давай, так же, ты просто офигительно стартанул, надуй машину прямо сейчас и все, пошел. Во, нормально, вот сейчас просто вот. Идеально, но... Не, он провтыкал, мне кажется, не только молчаливый, но еще и... Глотай пыль! Такой себе по езде ездок. Так, аккуратно. Глотай сейчас... Аккуратно, тормози. Твою налево! Ты чё так пугаешь на меня? Блин, слушай, Мерс дорого стоит. Сейчас бы разбить его еще.
нормально. Ладно, короче, я понял. 50 тысяч наших, и я думаю, что сейчас... Еще плюс 50 Шона будет их, от этого, заберем. От Шона. Да, теперь я должен буду с ним сейчас становиться. Я не знаю, блин, до сих пор не знаю, вытащит ли моя машина это или нет. Шон, сейчас нормально ну все что? Было? Да, да. Давай, ну, все, карточку Джона, платите 50 тысяч, короче, да. Или в конце уже распределимся. Господи, мне кажется, он свалил от 100, а нет, он решил вернуться. Испугался. Я думаю, слышь, давай, наверное, мы уже будем стартовать, пускай, я не знаю, малый нас это запустит, поэтому погнали. Проверим, как дядьки гоняются. Так, ребята, фак. Эта гонка, она все-таки состоится, и я не знаю, смогу ли я дернуть этот Порш, потому что он тоже мощный. Но, в принципе, Серег, я готов. Спроси там, что, готов, так, Шон? Ты продул тачку? Да, нормально, я готов. Так, Шон, ты продул? Я готов. Я вас понял. Готовы? Да. Как я опущу руки, на счет три вы стартуете? Давай. Раз, два, погнали! Давай! БМВ, блин! Какого черта? Хотя нет, стойте! Блин, ребята, ну, это неправильно, Шон, ты что творишь-то, а? Что за херня была в конце? Ты что мне перегородил дорогу-то, а? Я тебя не видел. В смысле не видел? Я с тобой ехал, я тебя почти сдернул, и как бы... Ты был где-то в пыли из-под моих колес. Какая пыль? Ты охренел, что ли? Я не пойму. Я тебя уже дернул, я тебе прям в жопу почти не въехал. Я думаю, нужно переиграть эту гонку, потому что это, ну, это правда нечестно. Слушай, а? Слушай, мне кажется, на этом аэродроме слишком пыльно, поэтому я тебя не вижу, когда ты там где-то сзади находишься. Я предлагаю выяснить, кто из нас реальный гонщик на трассе. Там, где ага. есть... И ты хочешь и на трассе за 50к каких-то гоняться, тачки гробить, а? Давай уже на тачку сыграем, чё ты, а? Ну, давай. Всё-таки, я думаю, твоя коломага не потянет мою, когда я раздуюсь. Поэтому давай, вот кто выиграет, тот, в принципе, заберет машину. Давай, я готов. Серега, мы должны его сдернуть, потому что давай, там, ну, тачка не едет у него ни хрена. Чё, Шон, готов ты? Да, конечно, давай. По гудку, да? Пустишь? Да, конечно. Ну давай тогда, гуди. Нет, давай лучше ты. Хорошо, давай. Раз. Два. Погнал. Есть. Есть. Ну, есть! Чё? Он тебя выигрывает? Да хрен там плавал, блин. Ни хрена подобного, я ему не дам выиграть. Так, так, да так, так. Тихо. Где он там? Тихо. Сзади, едь, едь, едь. Он прям настигает нас. Он справа. Он обходит нас. Какого фига? Вот и все. Да ладно. Да ладно. Я не отдам ему тачку. Не-не-не-не-не-не, какая нафиг тачка? Я ее не отдам, ребята. Валивай. Он за нами едет, нет? Он сзади. Реально да, за нами едет? Фак. Ребят, ну, по идее, я проиграл, я врезался, получается, по дороге. О, фак. Он все-таки едет за нами еще? Уже я его не вижу. Отстал, что ли? Может, тоже врезался? Фак, ребята, я не знаю, я неправильно, конечно, поступил, просрал, но... Ну, не хочу я тачку отдавать, вы чё? Не-не-не, во-первых, он в первой гонке неправильно поступил, когда решил меня выиграть, подрезав. И тут... Не-не-не, такого не будет. Короче, ребята, в общем-то, на этом пока что серия заканчивается. Сейчас уже, получается, блин, должны были Настю забирать. Ладно, мы заберем ее уже с утречка сразу же, друзья. И я надеюсь, что с этим чувачком мы как бы простились... больше не встретимся. В общем-то, следующая серия 5000 лайков, поэтому обязательно набираем лайки и получаем следующую серию. Ну, а с вами был Диман и Серега. Всем удачи и всем пока. Всем пока.